Россия, по словам Путина, заинтересована в том, чтобы иметь добрососедские отношения со всеми своими партнерами. Даже с теми странами, которые, судя по высказываниям их руководителей, в настоящее время к нам настроены откровенно враждебно. Правда ли, что вы обещали повесить Саакашвили за одно место? Почему за одно? Если говорить серьезно, то мы с вами знаем трагические события и в другом регионе мира, в Ираке, куда американские войска вошли под надуманным предлогом поиска оружия массового уничтожения. Оружие не нашли, а главу государства повесили, причем уже по другим основаниям. За расправу в нескольких шиитских деревнях. Но руководство сегодняшней Грузии учинило кровавую баню и расправу над мирными жителями Южной Осетии, мы знаем, стерло с лица земли 10 осетинских деревень. Напала на наших миротворцев, многие из которых погибли. Ведь если бы не было этой агрессии, на самом деле, Россия бы, наверное, и дальше продолжала усилия по созданию условий для территориального воссоединения Грузии. Просто после этой агрессии стало очевидным, что это уже невозможно, и что нужно предпринять такие действия, которые предотвратили бы в будущем кровопролитие в этом регионе. Что касается восстановления Южной Осетии, то у нас в бюджете предусмотрены значительные финансовые ресурсы. Они зарезервированы для этих целей и будут для этих целей использованы. Говоря о своей работе в должности премьера, Путин напомнил, он уже руководил правительством 9 лет назад, а будучи президентом, работал в тесном контакте с кабинетом министров. По словам премьера, то, что судьба дает возможность послужить стране на этом месте, большое счастье. Счастья и всего наилучшего Путин пожелал согражданам в связи с приближающимся Новым годом. Новогодняя тема иногда самым неожиданным образом звучала и во многих вопросах премьеру.